Всем доброе утро, друзья. Я, как вам вчера и говорила, иду на работу. У меня тут одна клиентка нарисовалась. Сейчас быстренько ее оприходую. Ехала, в общем, по городу. И знаете, некоторые бары открыты, террасы. И прям аж слезы наворачиваются на глаза. От, знаете, от такого вот прилива адреналина, что ли, гормона счастья или еще чего, что все налаживается, все наконец-то все это проходит. Потом, конечно, в мозг заходит мысль, что все еще далеко не прошло, все еще, как говорится, может вернуться назад. В общем, хрен его знает, но вообще вот смотря, люди сидят, пьют кофе, и завтракают, как и раньше, это вообще как-то смотреть даже приятно. Я быстрым шагом иду, потому что когда ехала по этой дороге, то увидела, что моя клиентка-подружка, это она, я ее снимала пару раз видео моих, она просто позвонила мне в субботу: ты откроешься в понедельник? Говорю, откроюсь. Говорю, во сколько? Я ей даже не спрашивала, не сказала, откроюсь, не откроюсь. Говорю, во сколько? Она: мне с утра, в самое первое время. Я говорю, ну в 10 приходи. Что-то куда-то она там собралась. Куда уж она там собралась? Она... Блин, Чарли какает. За 2 месяца, наверное, Чарли остался один дома, потому что я иду, мне в банк, во-первых, надо заглянуть, вот, и по центру пройдусь, посмотрю, вам покажу, что почем, как у нас там, все ли нормально, как везде, как раньше, посмотрим. Нет никаких очередей, магазины открыты, иди не хочу. Я почему-то думала, что все ленятся в магазины, но нет, смотрите, нормально все. Люди в масках. В общем, все окей. Манго. Может быть, знаете, боятся или что, не знаю. Ну, вообще на улице народу много. Мне бы присмотреть мужу обувь. Надо. Пойду вон туда схожу. Там один магазин есть обувной. Пойду зыркну. Прям народу, прям, я бы сказала, дофига и больше. Ой, а вот тут вот были 2 кафешки, они почему-то не открылись. Странно. Наверное, работают. Не знаю. Пойду вот сюда посмотрю. А еще у нас на улице вот тут стояли большие такие вазы с цветами. Их убрали, чтобы люди нормально ходили. Ну, не все, конечно, открыто. Малюсенький только. Woman Secret открыт. А мне лифчик надо было посмотреть. Пойду зайду, посмотрю. В итоге надела перчатки, потому что в 3 магазина зашла, но где нижнее белье. И везде говорят, типа, гель, 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 гель. Вот так вот сидят у нас, пьют кофе. И просто руки свои уже... Я начала жалеть, потому что гель, гель, гель. Лучше перчатки напялю и все. И буду на перчатке гель делать. Люди сидят, пьют кофе. Где у нас еще это белье? Что-то я помню, но забыла. Смотрите, вот банк Лайкаша у нас. Там очередь в 3 велюшки стоит. Я не поняла, что. В мой банк, BBVA, они как бы одинаковые по своей значимости. Но там никого нет, народу. Странно. Видите, у нас сколько народу здесь ходит. В детский прям очередь. Ну вот эта улица, она всегда такая была. Пешеходная, скажем так.
общем, вот такие дела у нас. Я уже пришла. Чарли тут вырвала немного. Да, тебя вырвало. Бывает. Вот он поэтому, что-то как-то странно, что он чучу свою не ест. А его вырвало. В общем, я по вашим советам сделала вырез чуть повыше, подальше. И купила себе больше. Господи, что ж ты так орешь-то? Топик такой, типа лифчика. Ну, не лифчика, а вот типа топика. Вот, чтобы если он будет выглядывать, то это будет не выглядеть как нижнее белье, а будет выглядеть, как будто там у меня топик. Купил. В общем, сейчас. Вот так он выглядит, видите? Это как бы как топик такой. Мне понравился. И удобно в нем сидеть. И летом не жарко. Будет, буду даже надевать на какой-то другой. Там сейчас стирку кину. Вот. 17 евро стоило. В общем, вы знаете, ходить по магазинам сейчас не более опасно, чем ходить в Меркадону. Народу я бы сказала, что не так много. Вообще, можно даже сказать, мало. Но я, конечно, не во все же магазины ходила. Только вот в 3, где белье продается. И в Примор зашла. Мне надо было Дезик купить. И вот в Примор, да, я подождала минуту. Вот, там всегда у нас народу много. Примор — это парфюмерный магазин, там косметика, маски, хераски, в общем, все для лица, для ухода за вами, скажем так. Соловей мой, соловей. Что у тебя, желудок болит, да? Моя рыба. Он вообще не любит, когда у него еду отбирают. И вообще у него никто не может еду отобрать, кроме меня. Даже муж у него не может еду забрать, только я. Видите, он уже не нравится ему. Но я могу себе это позволить, потому что я его не боюсь. И ему вот эти чучи, я ему купила, они ему не нравятся. Так что вот так вот люди сидят. И знаете, я что заметила? Продавцы такие все веселые, вообще настроение такое приподнятое, как будто праздник на улице. Вообще Испания без праздников — это не Испания. Мы столько праздников пропустили вообще. У нас вчера бы был праздник у моей подруги Татьяны, у нее сын делал бы первое причастие. Вот. Ну, не судьба, вроде бы как перенесли на сентябрь, посмотрим. На следующей неделе у другой подруги Татьяны тоже было бы первое причастие, коммунион. Мы все это пропустили. Вообще, Испания, я ее не представляю без праздников, без вот и всего этого у нас нет. Поэтому здесь люди радостные, веселые, им жизнерадостные. Вот представляете, продавцы просто вышли на работу, но они так рады. Еще и самое интересное, пытаемся улыбаться, а улыбаться-то мы сейчас можем только глазами, потому что мы все в масках ходим. В магазин, по-моему, нельзя в масках ходить. Руки обязательно нужно обрабатывать. Я потом, перчатки везде лежат, я потом уже надела перчатки, думаю, постоянно руки в этом, в геле, в алкоголе, лучше перчатки буду мазать. Вот, зашла, померила топик, все без проблем, там было 3 кабинки для мерения, вот, в середине, которая она была закрыта и не обслуживалась тоже, то есть между нами есть дистанция. Вот, ну, в общем, все нормально, люди соблюдают дистанцию, люди осторожны, никто не прет на тебя вот так вот ломом, наоборот, знаете, когда бывает такая ситуация, ты вроде стоишь, тебе надо влево, и ты влево, и вправо, и такая женщина говорит, с этой дистанции, говорит, не знаешь, куда ломануться, так что вот так, ну, мне понравился, как он и сидит на мне, вот, поэтому вот такой вот буду носить, и вот под платье, у меня еще есть пару таких маечек, которые, в общем, там выглядывает и некрасиво. В Примор я, значит, зашла, что я купила. Ну, во-первых, я заходила дезодорант покупать. Вот таким пользуюсь. Вообще, самый шикарный. Им пользуюсь уже лет 10. Пыталась попробовать другие какие-то. Нет. От этого не потеешь, не воняешь. В общем, ничего. Вот этот. А вот этот купила с тальком. Здесь тальк. Ну, вы знаете, у проблемы у людей есть не только полных. Проблема не только полных людей. В общем, натираются ляжки. Как есть, так и есть. Летом, жара, пот, натираются ляжки. И вот, чтобы они не натирались, а в платьях я очень люблю ходить, но у меня не сильно не натирается, но бывает, знаете, потом такой дискомфорт, блин, и вообще. Ходишь в раскараку,
как утка. В общем, дезодорант с тальком вам в помощь. Прям перед выходом побрызгался, что подмышки там намазал, и там побрызгался себе и пошел. Есть люди, которые даже вот под титями тоже брызгают дезодорантом. Но у меня такого хозяйства нету большого, поэтому там брызгать нечему. А вот. В принципе, я большие тети никогда и не хотела. И не хочу. Что есть, то есть. Вот, купила себе маску. Так, дезодорант у нас стоит 2 евро. Вот смотрите, видите, верхняя цена, это где вот в других магазинах продают. По 2,50, а вот в Приморье 2 евро. Дезодорант вот этот 2,20. Господи, какой же он голосистый, а. И купила вот такую себе маску. Вот. И это, знаете чего? Я же вам говорила, что у меня сейчас проблема какая на работе. Вот тут вот обсыпание идет, прям вот бдыщики такие. Вот, в комментарии почитала, что не только у меня, у одной такая проблема. У меня вообще кожа не жирная, она наоборот очень сухая, поэтому я всяким, чем только не мажу, всем подряд, всем на свете, не для того, чтобы там морщины не появились, а просто, чтобы увлажнить кожу, потому что она вот так вот вся делается. А вот эта маска вроде бы как, знаете, тут все не по-нашему написано. Тут есть немного, что написано, но она вроде бы как, знаете, и убирает вот это вот всю, вот это вот всякие черные точки и все такое, очищает, очищает кожу и увлажняет тем самым. Не знаю, попробую, 30 минут надо ее держать, потому что написано вот именно вот в этой зоне нужно маску хорошо намазать, вот тут вот, ну вот где жир собирается, знаете. У меня не жир, а у меня вот именно когда дышишь, прям вообще труба. Прям вот тут, вот, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот. И обожаю этот аромат. Обожаю, просто, просто обожаю. Очень нравится, как пахнет. Купила себе на лето. У меня есть дорогие духи, туалетные, ну, не пользуюсь. Пользуюсь, сейчас знаете, чем пользуюсь? Это просто... Обалденно, как пахнет. Это просто... Это просто... Это просто находка. Находка. Вот. Evidence из... Вот. Вот это вот у меня таких еще 2 флакона, друзья. Потому что, когда на них скидка идет большая, тоже по 20 евро беру. Я беру всегда. И вот берегу. Я только ими пользуюсь. Но вот это моя тоже любовь. Вот она везде стоит 62, а в Приморье 20 евро. Ну, это вообще так пахнет. Сейчас открою, понюхаю. Я уже побрызгалась. Это такая свежесть. Это такой запах. Боже, это просто... А, вот. Пишите, пользовался кто-нибудь. Мандарина, да, так называется, по-моему. Это просто кайф. И вонючку вот такую взяла в машину. Вот, так что вот так. Сейчас пойду кушать, готовить. Пошопилась. Не хотела идти. Потом, знаете, у нас в Фейсбуке везде, что нужно поддерживать коммерцию. Туда-сюда. И думаю, пойду прогуляюсь. И когда увидела, что все спокойно, все нормально... Это не, более опасно, знаете, 8 часов нам ходить гулять и идти в Меркадону. Это более опасно, чем идти вот по магазинам. Так что все. Все прикольно. Платья никакие не мерил. А, в Страдивариус зашла. В свой любимый Страдивариус. Ну, так как у меня уже этих платьев дофига и больше, то только так зашла, посмотрела и быстро вышла. Чтобы не соблазняться. На обед у нас фенхель. Пахнет, знаете, вот как микстура от кашля есть. Вот так же пахнет. Но потом, когда варится, не пахнет. Парадокс. И странно. В общем, отвариваю его до готовности. И сейчас увидите, что будем делать. Наливаю немножечко масла. И начинаю обжаривать чесночок. Чтобы он начал золотиться. Потому что потом я добавлю туда спаржу. Обжариваться до готовности спаржу. Пока у меня обжаривается спаржа. Фенхель готов.
сделаю небольшой салатик такой. Небольшой, ну как, легкий. Смотрите, помните, нам давала сестра анчоус, ну, килька такая. Вымоченная в уксусе, а потом соленая, в общем, да. Я сейчас ее добавлю в этот салат. Авокадо у меня был спелый, суперский. И будет вот такой вот салат. Очень вкусно. Мне нравится с анчоусами. Ну, а вот вспомнила, что вот эта килька есть. Она тоже очень вкусная. Такая, знаете, уксусная. Но мне кажется, с авокадо будет вот так. Я сбрызнула лимоном авокадо, чтобы оно не потемнело. Когда спаржа практически готова, с чесноком, добавляем наш фенхель и обжариваем все вместе. Когда обжарили минуты две, добавлю хамон кусочками, можно бекон, если нет хамона, и обжарим минуты три все вместе. Здесь уже можно солить, но нужно быть аккуратнее, потому что хамон уже соленый. Достала тут пивасик и вчерашний осьминожек, который мы не доели. Будем сегодня доедать. Вот такой обед у нас. Всем приятного аппетита. Знаете, так смешно. Сегодня муж с утра свалил уже из дома. И все, его днем с огнем не сыщешь. Шлет мне сейчас смс-ку, что типа он с другом своим первое пиво пьет. Ой, не могу, и смех, и грех. Первое пиво с моим другом. А я ему шлю с моей покупки, говорю, первый шопинг. За все это время. Вообще первый раз, все у нас первый раз. У кого-то шопинг, у кого-то пиво. Только что кому важнее. Смотрите, скоро зацветет. Будет у меня укропные семена. А что, пускай растет. Соберу и потом посажу. Еще клиентка пишет там, когда смогу ее покрасить. В общем, да. Теперь я буду в гордом одиночестве обедать. Потому что хрен его заставишь домой ехать. Я полила свои эти. Клинка какая-то смешная. Я могу после обеда. Ладно, давай после обеда. Нет, после. А в этот день могу только с утра. Давай с утра. А я вот в это время могу. Давай в это время. Не, лучше вот в другое время. Не, лучше в другое время. И вот я с ней уже минут 15. Переговариваюсь, когда ей лучше. Я ей причем написала, когда к тебе удобнее, потому что у меня на среду пока никого нету. Так она сама не знает, что хочет. Ну все, определились, слава богу. Ну это вообще трындец. Да, да, Чучи, громче меня. Ты громче меня, уже все знают об этом, а? Ты посмотри на него. Друзья, намазал маску. Она очень странная. Пришел ко мне. Вот. Какая-то, знаете, ну вот ее вот так втирать надо, а потом она как бы как растекается. В общем, странная какая-то маска. Посмотрим. Прям ее втирать так пахнет. Очень приятно. Клубника, по-моему. Она красная, а потом ее втираешь, она становится розовая. Главное, сделано вроде в Барселоне, но написано все на не нашем родном языке. У нас какие новости? У нас, во-первых, сегодня очень мало смертей. И зараженных тоже мало. А в Андалусии вообще никто не умер, представляете? А еще у нас ввели в маски, это обязательная часть нашего гардероба. А вот, так что мы теперь везде в масках, не потому что там хотим или не хотим, а потому что так надо. Вот. Ну, в принципе, для меня ничего такого не будет. Что-то какое-то... Трубку возьмите, пожалуйста.
чего-то такого особенного. Я везде в маске хожу, где люди. Естественно, если я пойду по полям и никого нету, то там не обязательно ее носить. Вот. Такая милота, сладкая. Где мама, там и он. Да, да. Вот, 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 вот. Вот, вот так вот, вот так вот. А еще у нас, оказывается, в следующей неделе открываются торговые центры. Представляете, как здорово. Нам еще нельзя будет ездить между областями. Что-то стягивает, что ли, или как ее потом снимать. Вот так, может быть, надо. Не знаю, но разговаривать уже трудно. В общем, жизнь налаживается. Завтра мы с вами увидимся снова. Я уже разговаривать почти не могу. Всего самого лучшего. Всем пока-пока!